Это наш стационар. Газовая труба проходит прямо вот здесь. Но однако газовой котельной нет. У нас сейчас она на твердом топливе. Она и коптится снизу, но это уже древнее. Крышу уже 5 лет обещают, крыша течет. Ремонт сделать. Сделать ремонт тогда, когда будет газовый котельный. Нам пообещали в 23-м году, вынесли нам реестр, показали, что в 23-й год идет блочная котельная, будет строиться. На данный момент нас почему-то оттянули, говорят, на 25-й год. Мы боимся, как бы протянет и могут закрыть нашу больницу. Первое – поставить блочную котельную, и второе – сделать ремонт хороший.